Ладно, попробуем поиграть, так сказать, в игру. Закончу ее раньше, чем начинаешь. Так, этот козел что, другого захватил? Молодец. Попадешь хоть? Я не сомневался в этом. Блин, мне вот это время напрягает очень сильно, реально. Ну, хотя бы одного убил. Так, а тебя бы оттуда желательно вообще-то убрать. Ты у нас будешь кое-чем сейчас другим заня. А, конечно, ничем бы не занимался. Так. Через что они побегут? Через дом или здание? Ой, ты сейчас, кажется, добежишь до меня, да? Не, вообще прикольная игрушка. Боевка здесь мне обалденно нравится. Этот таймер чем-то закрыть, да и насрать. Можно как-то побыстрее этих обидеть. Писет снайперу. Хреново дело. Ты там держишься-то на соплях, ну ладно. Be advised, hostile interceptors are inbound on your current position. Firebrand has a limited window to provide extraction. Not even close! Neutralized. Got no ammo.
А, все психанули, что мне зашибись. Ой, господи, где же вы таких солдат-то видели? Таких солдат поувольнял бы нахрен, повыбрасывал бы, пробуй. Это солдаты тоже. Это не солдаты. Это так, с улицы понабрали работяг. Я работяги. То есть я и в войсках был, блядь, и на гражданке работал. И ты таких долбоебов не видел, которые бы паниковали. Вот мне так везло. Не, ну здесь я проиграл, но в принципе. Надо по новой начинать. Но... Как бы и прикольно, и что-то здесь не то. Скорее всего, этот мод Лонгвар я выбросил нахрен. Слишком он усложняет игру. Я все, конечно, понимаю. Я лучше других модов понатыкаю. На добавление оружия, какого-нибудь, что-нибудь поинтереснее, новых миссий. Кстати, посмотрю, вообще в Лонгваре есть какой-нибудь. Чего они так долго ходят-то, ёпта? Писец как долго. Вот есть War of the Chosen. А, охотник Серега, кстати, Long War играл. Надо посмотреть, может, почему-то научусь, но пока сделаю перерыв. Вообще-то мне нравится, но говорю, вот это вот, блин. Не нравится таймер, да, это вот он меня раздражает. Так, ладненько, друзья, я пока тогда закончу. Я проиграл это по-любому. Посмотрю у Сереги, как он там проходит. Это вообще проходимо или нет. Очень же интересно стало. Но, блин, когда я время найду это посмотреть. Вот в чем вопрос. Let's do this. К тому же надо посмотреть, будут ли это вообще у меня смотреть. Самое простое. Ладненько, друзья, вы уж извините, я заканчиваю. Здесь бесполезно. Здесь я проиграл это по-любому. Ладно, попробую все-таки посмотреть у Сереги. Long War. Блин, у нее четвертый сезон. Интересней. Поизучаю, как он там проходит.